Статья 178. Ограничение конкуренции. Ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию соглашения картеля, запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству, либо повлекло извлечение дохода в крупном размере. Наказываются штрафом в размере от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет. Либо принудительными работами на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 1 года или без такового, либо лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 1 года либо без такового. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, сопряженные с уничтожением или повреждением чужого имущества, либо с угрозой его уничтожения или повреждения, при отсутствии признаков вымогательства, причинившие особо крупный ущерб, либо повлекшие извлечение дохода в особо крупном размере, наказываются принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года до 3 лет или без такового. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения, наказываются принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года до 3 лет, либо лишением свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 года до 3 лет. Примечание. Доходом в крупном размере в настоящей статье признается доход, сумма которого превышает 80 миллионов рублей, а доходом в особо крупном размере – 395 миллионов рублей. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает 16 миллионов рублей, а особо крупным ущербом – 47 миллионов 500 тысяч рублей. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно первым из числа соучастников преступления добровольно сообщило об этом преступлении, активно способствовало его раскрытию и, или, расследованию, возместило причиненный этим преступлением ущерб или иным образом загладило причиненный вред, и если в его действиях не содержится иного состава преступления.